Сегодня, как всем известно, был подло убит командир батальона с позывным ГИИ Михаил Толстых. Предварительное следствие показало, это был теракт. Следствие устанавливает виновных. В ближайшее время мы это выясним. Хочу отметить следующее. Что мы воюем на сегодняшний момент с государством, которое превратилось в рисковую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. Они нас убивают подло. Обращаюсь ко всем украинским властям, к военнослужащим. Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые. И все равно мы вас будем убивать. Вы нам дали на это сами право. Обращаясь ко всей мировой общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки всех террористических организаций во всем мире.